Ну, может, даст Бог, все-таки не потратил деньги. Собрался тебя разжимать. Зубами открывает эту консервную банку, трехлитровую. Зубами? Зубами. На видео есть, да? Да, вот сейчас наблюдаю. И за шиворот все вот эти... Не меняем был, да. Все вот эти 50-рублевые, 10-рублевые копейки вот тут в карманы засовывает. За шиворот. А потом ходил, с него сыпалось по храму эти. 10-рублевки, 50-рублевки. Вот нужно какой силой обладать, чтобы зубами крышку для пожертвований на газ открыть. Это вот отпечатки зубов человека, который вскрыл 3-литровую банку с помощью собственной головы. Время 3 часа ночи. Что мы наблюдаем? С внутренней стороны, слева от храма, злоумышленник разбил стекло, обрезался, залил кровью все. После этого проник в храм, выгреб кружки, вынес выручку за 2 дня. Все это заснято на камеру. Входил в алтарь той двери, но престол не тронут. Жертвенник тоже, то есть никто не прикасался к святыням, все на месте, слава Богу. Время 3 часа ночи. Я, соответственно, здесь занимаюсь, вот сотрудники полиции, криминалисты, дознаватели, идет процесс, заявление написал. Такая история.